Если ваша организация предоставляет поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, то вам важно принять участие в формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки. Передать сведения о поддержке, оказанной в 2019 и 2020 годах, необходимо с 1 октября по 5 декабря этого года. Для этого войдите в личный кабинет организации на сайте реестра получателей поддержки с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи организации. Во время первого входа выберите категорию вашей организации и укажите контактные данные, номер телефона и адрес электронной почты. Передать сведения в сервис можно несколькими способами. Вы можете вносить информацию в сервис о каждой предоставленной поддержке. Для этого откройте и выберите в меню «Передача сведений о поддержке». Далее «Добавить новую запись вручную». Укажите ИНН организации, которой была предоставлена поддержка. Вся остальная информация автоматически заполнится из справочников. Заполните сведения о поддержке и нажмите «Сохранить». Система подскажет, если что-то введено неверно. Введенная информация отображается в разделе «Передача сведений о поддержке». Ее можно корректировать или удалить при необходимости. Зеленые карточки – это новые сведения о поддержке. Белые – те, что вы ввели раньше. Красные – удаленные сведения. Не забывайте подписывать введенные сведения усиленной квалифицированной электронной подписью. Для этого после их добавления об одной или нескольких поддержках нажмите кнопку «Подписать сведения», другой способ передачи сведений о поддержке – загрузка их с помощью файла Excel. Для этого необходимо подготовить файл по установленному шаблону, выбрать в меню «Передача сведений о поддержке», затем загрузить таблицу Excel. Вы также можете загружать сведения в сервис с помощью файла XML с установленным форматом, передавать через SMEF – систему межведомственного электронного взаимодействия или с использованием API – программного интерфейса приложения. Документация об этом размещена в разделе «Помощь», а необходимые справочники для формирования файлов в специальном разделе. После первичного формирования реестр далее будет обновляться ежемесячно. Все сведения о поддержке за прошлый месяц, переданные до 5 числа текущего месяца, будут включены в реестр 15 числа текущего месяца. Добавляйте и просматривайте информацию о переданных вами сведениях о получателях поддержки. Ищите, редактируйте, сохраняйте, анализируйте сведения о проделанной вами работе. Формируйте отчетность. Все это вам предоставляет новый сервис. Пользуйтесь. Желаем удачи!